Приветствую, друзья! С вами Марина Майорова. И сегодня я покажу вам, как можно сделать красивую надпись или подпись, да, которую можно будет ставить, например, в какую-то обложку или для оформления видео, да, или открыток, ну, куда кому нужно, да. Вот как, например, я поставила фотостатус, да, с таким названием. Вот, мы используем с вами программку CoolText. Перейдя на нее, мы видим вот кучу целую шаблонов. Здесь 128 шаблонов всяких надписей, да, то есть вот здесь вот так листаете, переходите, здесь варианты надписи есть. Выбираем, что нам понравится, да, здесь есть и анимированные, и на фоне, и всякие мигающие, и подскакивающие, да, и сверкающие, и снежные, и ледяные. Ну, давайте выберем что-нибудь такое интересненькое, что нам может понравиться. Ну, например, ну, давайте вот это вот выберем. Просто посмотреть, как это выглядит, да, то есть вы выбираете шаблон, и у вас открывается окно для текста, вы здесь пишете или какой-то текст, или заголовок, да, или просто вот я в данный момент напишу свои инициалы, да, Майорова Марина, и сразу идет такое преобразование, да, мы видим, как это будет выглядеть, то есть если вам это не нравится, да, можно выбрать что-то другое, так, давайте другой текст выберем. Другой шаблончик. Вот так это будет выглядеть, да. Можно что-то еще, ну, здесь вот, да, то есть можно даже здесь ниже смотреть, но здесь мало, конечно, да. Ну, давайте, допустим, оставим так. Здесь можно размер сделать, да, текста увеличить, уменьшить размер. Здесь можно логотипы, кстати, тоже, да, составить. Ну, посмотрите, вот здесь вот разные функции тоже дополнительные есть. Я вам просто один вот как пример покажу. Вот вам все понравилось, да, посмотрите логотип, что у нас получилось, нажимаете. Вот так вот он все получилось. Все у вас устраивает, да, и нажимаете скачать. Окей. Все, да. Вот так это будет выглядеть на прозрачном фоне, да, в формате PNG. И нажимаем «Сохранить как». Я сохраню на рабочий стол, «Сохранить». И давайте посмотрим, как же у нас это будет все выглядеть, да. Вот на рабочем столе. Вот она, вот такая у нас надпись получилась, да. И вы ее можете встраивать и вставлять куда вам угодно. Если вам видео было полезно, ставьте лайк. А с вами была Марина Майорова.